совсем. К 60 годам женщины, как правило, уже отлично знают особенности своей внешности и умеют выбирать одежду по фигуре. По нашему мнению, обязательной вещью базового гардероба являются брюки черного цвета. Такая модель универсальна, она подойдет и для работы, и для свободного времени. Разберемся, как выбирать и с чем комбинировать черные брюки дамам элегантного возраста. В 60 лет многие ощущают себя довольно молодыми, но это не означает, что можно и нужно носить молодежную одежду. Даже если фигура идеальна, необходимо при составлении гардероба сделать шаги в сторону большей элегантности и отдавать предпочтение классике. Узкие брюки, которые плотно облегают фигуру, женщинам в возрасте 60+, носить не стоит, но и мешковатые модели не подойдут. Универсальное решение – это классические прямые брюки. Можно также приобрести брюки, которые слегка заужены к низу. Широкие брюки также прекрасно подойдут женщинам, которые уже справили 60-летний юбилей. Но лучше выбирать модель стандартной длины. Укороченные широкие брюки подойдут только высоким женщинам. Черные брюки – вещь, которую очень легко комбинировать, так как она хорошо сочетается с самыми разными вариантами верха. Это могут быть рубашки, шелковые блузки, кружевные топы, джемперы или свитера. Отлично смотрятся классические прямые брюки в сочетании с приталенным жакетом. Такой костюм, сшитый из дорогой красивой ткани, можно носить куда угодно, даже на торжественное мероприятие. Но вот аксессуары к комплекту нужно выбирать разные. Если надеть белую офисную рубашку и туфли делового стиля, получится элегантный ансамбль для работы, если вы работаете. Если же вместо простой рубашки надеть кружевной топ, подобрать украшения и туфли на каблуке, то можно отправиться в театр или на презентацию чего-либо. Мы знаем, что сейчас в тренде звериный принт. Черные брюки – это нейтральный элемент, поэтому к ним можно подбирать более яркие дополнения. Например, жакет из ткани с леопардовым принтом. Остальные детали ансамбля должны быть нейтральными. Также подойдет леопардовая блузка или обувь с леопардовым принтом, или шарфик, на ваше усмотрение. Черно-белые ансамбли всегда актуальны. К черным прямым брюкам можно выбрать черно-белую рубашку в клетку, можно надевать ее на выпуск, можно надеть короткий вязаный джемпер или черный жилет. К черным брюкам отлично подойдут и яркие вещи, однако женщинам в возрасте за 60 стоит избегать излишне кричащих оттенков. Считаете, что вещи с крупным принтом предназначены только для молодых? Это неверно. В сочетании с классическими черными брюками блузка с оригинальным рисунком будет смотреться эффектно и не вызывающе. Нужно только подобрать модель простого кроя, не имеющую вычурных деталей. Блузку можно носить на выпуск, но талию в этом случае желательно подчеркнуть ремешком. Прекрасно смотрятся черные брюки с укороченной кожаной курткой. Это может быть модель классического покроя или косуха. Но важно, чтобы куртка не имела большого количества металлических декоративных элементов. Если и брюки,
и куртка имеет классический крой, то можно позволить себе одну яркую деталь в ансамбле. Например, надеть ботильоны с леопардовым принтом или яркую сумочку. Кто сказал, что после 60 не рекомендуется носить черное? Если правильно подобрать аксессуары или иметь яркий цвет волос, то есть яркие акценты, то вполне себе Total Black можно носить и женщинам 60+. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные ролики. Пока!